Ей, друзья, с вами Стив Про, и сегодня мы будем выживать на сервере Hunger Games в Майнкрафте Pocket Edition. Ну что ж, считанные секунды остаются до начала игры, а мы уже видим игроков, которые стоят впереди меня, друзья, но там я уже вижу сундучки, которые мы сегодня будем открывать. Ну что ж, надеюсь, все готовы. Ну, у нас начинается старт. 4, 3, 2, 1, побежали. Друзья, побежали. Открываем. Берем все вещи. Берем все вещи. Так. Так, я не успел взять топорик. Ну ладно, у нас две же галочки. Давайте бежим, бежим, бежим быстрее отсюда. Пока что нас не убили. Или пока нас не убили, нам нужно отсюда смотаться, куда-то спрятаться, чтобы одеть нашу броню. Так, приседаем. Одеваем броню, друзья. Берем же галочку. Осматриваемся. И, наверное, давайте идти дальше. Так, здесь у нас, походу, какой-то дом, но он у меня почему-то не прогружается. Ладно, я вижу какую-то снежную хабару, к которой мы сейчас попытаемся зайти. Так, отлично, с помощью багов мы смогли зайти вот в этот снежный домик, и что у нас там? Друзья, к сожалению, у нас здесь ничего нет. Ну, я, наверное, предлагаю вам здесь прятаться. Мы будем ожидать игроков, которые будут спускаться сюда. Если честно, если я был бы еще одним игроком, то я обязательно спустился бы сюда. Но я не знаю почему, но сундука здесь почему-то нет. Да, по логике можно было бы сюда поставить сундук. Да, если табличка есть, то и сундук мог бы здесь тоже быть. Но мы ожидаем, друзья, игроков. Ну что ж, мы будем надеяться, что никто нас не убьет. Да, у меня всего лишь две брони, и, походу, зажигалочка, друзья, не зажигается. Да, это очень плохо. Я вижу, рядом бегает игрок, и он, походу, с кем-то там дерется. И он получает урон из лука, друзья. Это волнительный момент, потому что почти рядом с нами находится игрок, который может нас убить. Конечно, наш разговор он не слышит, но все же это как-то, ну, я не знаю, друзья. Это экшен, с одной стороны. Если сейчас была бы ночь, то это был бы просто настоящий хоррор, друзья. И был бы маленько потемней. Если было бы, да, и вправду маленько потемней, то и это был бы настоящий хоррор. Но смотрю, все обходит, поэтому, наверное, давайте вылезать на поверхность, лутать вещи. И, друзья, просто лутать вещи. Ну и пытаться, конечно, выжить в этом суровом сервере. Если у меня все прогружалось, то все было бы хорошо. Но, как видите, у меня ничего не прогружается до конца. Поэтому поиграть хорошо у меня не удается. Но это, конечно же, я, друзья. У меня никогда ничего хорошо не получается. Поэтому мы будем выживать так, как у нас получается. Так, ладно, давайте залезем еще раз в наш хабару. Что это? Что это, друзья? Нет, все, мы залезли и получили маленький урон в виде полсердца. Так, я вижу, игроки ходят. Я собираюсь пока вылазить наружу, потому что, мне кажется, нас убьют. А хотя, друзья, а чего нам терять? Убьют и убьют, вещи у нас здесь недорогие. Ну и, может, кто-то из вас доживал до конца голодных игр. Но если кто-то не выживал, то в конце голодных игр вы встречаетесь на лаве. И после чего вы устраиваете поединки на лаве. Тот, кто первым толкнет вас в лаву, тот и побеждает в голодных играх. Возможно, кто-то уже побеждал и знает этот фокус, друзья. Но там очень опасно, потому что там 3 или 4 игрока участвуют в этой последней схватке. Ну что ж, наверху мы только что видели игрока, но он вроде куда-то смотался. Ну и ладно, но это и к лучшему. Потому что чем меньше игроков, тем шире морды, как говорят люди, как говорю я. Ну, давайте заберем броньку, она нам никогда не помешает, и давайте маленько переоденемся. Да, совершенно хороший лут пока что попадается, но нам бы еще хорошее, друзья, оружие, с помощью которого мы убивали бы наших врагов. Ну ладно, наверное, пора уходить, здесь уже все сундуки были облутаны, и собирать здесь уже нечего. Ух ты, друзья, в алмазке, алмазки! Ну, это же просто жесть. Нет, нет, туда идти мы не будем. Я вижу, у меня прогружается потихонечку домик. Вот туда мы давайте и залезем. Так, домик-то у меня прогрузится или нет? Он вроде прогружается. Да, это просто великолепно, он у меня прогрузился. Так, потихонечку заходим. Пока что я ничего такого неестественного не вижу. Все нормально, все происходит совершенно нормально.
Разбито только окно, но сундучка я пока что не наблюдаю. Так, есть подъем наверх. Подъем наверх, друзья. Ух ты, ух ты. Мы нашли нашего игрока, который был там на спавне. Бьем, 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 бьем. Давай, умирай. Умирай. У меня тоже есть палочка. Походу, оружие опасно, но у него тоже нет. Ну и давайте его попробуем убить. Умирайте. Умирай. Умирайся. Умирай. Да, у него, походу, мало хп. Он пытается скрыться от нас. О, сесть, друзья. Раздался довольно громкий звук. Но все же этого игрока мы смогли убить. Ну что ж, маленько нам придется тоже переодеться. Ну и мы забрали у него лук. Но стрел у меня нет. Я вижу здесь сундучок, в котором у нас что? Ух ты, друзья, золотой топорик. Это просто великолепно. Ну что ж, я готов к бою. Смотря с каким игроком. Если у него довольно нелутовые вещи, то мы можем сразиться с ним. Ну что ж. Выходим на поверхность, это довольно опасно, потому что нас в любой момент может кто-нибудь убить. Если у него полный комплект алмазки, я вижу игроков, друзья, игроков, и они нацелены совершенно, ай-яй-яй-яй, бежим, бежим, бежим. Они нацелены совершенно не нейтрально, они нацелены агрессивно, так. Так, куда бежать, нет, отстань, 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 быстрей, 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 нет. 3 хп, друзья, 3 сердечка. Давай, я вижу очень много разных игроков. Нет, нет, не останавливайся. Беги прямо. Давайте вернемся в наш домик, друзья. Ух ты, вы понимаете, что у него жизни, возможно, очень много. И рисковать своим здоровьем и своим лутом я не собираюсь. Поэтому мы сейчас по-быстренькому набежим до домика. И там мы пытаемся скрыться от этого игрока. Быстрей, быстрей, быстрей. Осталось маленько. Давай, закрой дверь, закрывай. Беги, беги, ой. Осталось одно сердечко с половинкой. Давай, поднимайся. Поднимайся наверх. Он бежит за нами, друзья. Быстрей. Нет, 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 все, прячемся. Все, все, мы спрятались, друзья. Но мне кажется, нам будет. Фух, нам будет капец. Они. Нет, 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 друзья. Он очень рядом. Он открыл сундук. Пришел второй, который бежал за нами. Он стоит. Нет, только не заходи, только не заходи. Только не заходи. Она тоже открыл сундук. Друзья, это настоящий хоррор. Еще бы ночь, и все. Это был бы настоящий хоррор. Он уходит. Все. Слава богу, друзья, он ушел. Все позади. Все пока что хорошо. Ну что ж, нам нужно маленько подкрепиться, чтобы пополнить свои хп. Так, а почему ж ты не. Питаешь, друг мой. А, у нас восполнились хп, друзья. Это отлично. Внизу они там бегают, я вижу. Ну все, вроде они смылись, они ушли от нашего домика. И пора, друзья, вылазить. Я не знаю, каким чудом, каким боком, но нам повезло. Они нас даже не заметили. Друзья, если кто-то досмотрел до этого момента, то обязательно ставьте лайк за этот момент. Это был очень классный момент, которым я был очень удивлен. Если честно, я думал, нас заметят. Но это просто режим... Стелса, я не знаю, как еще назвать. Мы так мастерски спрятались, что нас даже не заметили. Ну ладно, давайте сразимся на бой. Друзья, нас уже бьют. Я знаю, что нас убьют, но... Ну, я уже все. Я уже нацелен агрессивно. Так. Нет, только не вдвоем. Ну, конечно, ну, конечно. Ну что ж, давайте на этом закончим. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.